Всем привет, друзья! Вы на канале Карабаш 74. Я продолжаю страдать. Прошлое видео закончилось невзначай, я это знаю. Я помогу, Салли. Я не могу туда попасть до сих пор. Я уже похавал, короче, все сделал. Я помогу, Салли. Во! Отлично. Залазь. Я гранатами буду отстреливаться. Эксперт-бомбардир, мать твою, дали ачивку. Салли, мы это сделали. Так, все, давайте я с вами со всеми поздороваюсь сначала. Спокойненько встанем. Всем привет. Вы на канале Карабаш 74, мы продолжаем прохождение Nathan Drake Collection. Uncharted 2. Вот, и, собственно, давайте продолжим это. Я все-таки эту миссию сейчас только что при вас прошел. Револьвер, блин. Ну ладно, давайте я возьму, у нас теперь есть гранаты еще дополнительные, это хорошо. Вот, давайте сейчас все соберем, все, что здесь вообще возможно поднять, собрать. Надеюсь, что здесь никуда ничего не исчезло. И мы быстренько все это дело-то подсобернем. Потому что... Окей. Так. Перезарядочка. Окей. Так, что тут? А, нет, это не то. Что там было? А куда у тебя автомат делся? Черт. Ты что, без автомата, дружище, ходишь? Вот ты балбес. Ну разве можно в такие места ходить без автомата? Я что-то, знаете, прямо у меня голос подсел. Я не играл. Я сходил, покушал, перекусил, позвонил. Позвонил, сходил своей маме. Вот, если вы давным-давно не общались со своей мамой, тоже возьмите и позвоните ей. Что это? Молотки. Молотки и гвозди. Молотки и гвозди. Вот так. Так, сейчас сюда еще быстренько пробежим. Здесь тоже все потрошки соберем. И... продолжим наше путешествие, естественно. Нет, дробаш мне явно не нужен. Это что вообще здесь? Салли, кинь провод мне какой-нибудь, трос. Хотя я видел, кстати, вот здесь можно залезть. По-моему, да. Здесь нету ничего. Нету, к сожалению. Я вот по этой палочке, наверное, пройду, да. Окей. Окей, Салли. Здравствуй, мой друг. Ты там ничего не спрятал? Ну-ка, давайте посмотрим. Может, он что-нибудь заныкал здесь? Потому что я-то здесь не был. Ачивки нету. Салли, ты не мог сюда ачивку положить какую-нибудь? Так, а оттуда мы, по-моему, пришли, да? Или нет? Ну-ка, давайте я сюда пройду еще чуть-чуть, посмотрю. Ну да, дальше нас игра уже не пускает. Сама говорит, ну-ка, идите-ка вы дальше. Тихо. Прыгай, Натан. Так, так. Надеюсь, вам нравится, судя по вашим комментариям. Наверное, сюда. Если у вас есть какие-то подсказки или еще что-то, то есть вы можете мне, естественно... Салли! Блин, я нечаянно. Больше эту кнопку не нажимаю. Где он? Салли, ты куда прыгнул? Он в невидимку играет в последнее время что-то. Так, кстати, сейчас секундочку. Я поставлю, естественно, таймер, секундомер.
Сколько мы, наверное, минуты 2-3 играем уже, да? Сейчас я быстренько поставлю секундомер. Сброс. Пуск. Все, поехали. Чтобы у нас просто, знаете, ну, приблизительно одинаково все получалось. Кстати, я обнаружил такой факт, что консоль записывает в 4К только час. Ни больше, ни меньше. Ровно час. Именно поэтому предыдущее видео прерывалось. Да. Вот. Также у меня есть к вам предложение. Взгляни на камни. А, вот это уже что. У меня есть к вам предложение. Для этой консоли есть камера. Камера. PlayStation. Для PlayStation есть специальная камера, оказывается. Я сейчас зашел в магазин, посмотрел. У нас в магазине она стоит что-то порядка около 4000 рублей. Если у вас есть такая возможность, вы можете поспособствовать приобретению данной камеры. Эй! Ну, что у нас тут? Кажется, здесь покоятся останки команды Марко Поло. Посмотрим. Пошли. Ачивки-то нет? Чё ачивку даже не принесла? Иди за ачивкой. О, этому храму не меньше 1000 лет. Не меньше. Чё так темно-то, я понять не могу. Чё-то опять, по-моему, темно в игре стало. Как фонарик включить? Алло. Воу-воу! О, похоже, мы срубили джекпот. О, похоже, тут целая сотня трупов. Какие у них зубы? Все черные. Зубы? Господи, да у них у всех такие. Причем тут зубы вообще? Наверное, они укрылись здесь от цунами. Наверное. Мне нужны ачивки. Я вышибать здесь буду. Наверняка должен быть какой-то ключ. Сначала золото, потом платину. Черт. У нас есть путь направо. И путь налево. Давайте направо сначала пойдем. Блин. Эй, я вроде что-то нашел. Здесь. Что? Похоже, они несли сюда груз с места кораблекрушения. Во. Опять смола. Я такую уже видел. Да-да-да. Салли, посвети. Не подсвети, а подожги. О. Прикольная смола вообще. Постойте. Это кровь. Кровь повсюду. Тут была жуткая резня. Пойдем по следу. Посмотрим, куда он ведет. Вау. Прикольно. След обрывается у стены. Да, странно. Этот поддается. Салли, помоги мне. Опять камни ворочат. Старый пердун. Салли старый пердун, не хочет ничего делать. Ошибся. В комментариях все пишите. Идут сюда. Все пишите. Я все буду читать, на все буду отвечать. Может, это бред. Может, какие-то есть предложения по играм. Друг друга. Все пишите. Слушай, у тебя просто паранойя. А то мне некоторые потом пишут в приват, ну, мне именно, ВКонтакте. Говорят, Евгений, а что ты перестал проходить? Я говорю, так а что вы ничего не пишете под видео? Пишите все там. Зачем вы мне пишете в приват? Ух ты. Посмотрите. Что у нас тут? Осторожно. Господи Иисусе. Попались! Это у меня чуть сердце не выскочило. Ого. О, какая уродливая штуковина. Это что, оружие? Нет. Это пурба. Ритуальный кинжал из Тибета. Он устраняет препятствия. Что?
Ну, в смысле духовные. А. Постойте. Салли, не о нем ли говорил Марко Поло? Мы же видели уже этот кинжал вначале. В дневнике он писал, что достойный пилигрим чудесным образом обошел препятствие на пути в Шамбалу. С помощью этой штуки? Слушайте, все это, конечно, очень здорово и интересно, но идти-то куда? Ну, может, просто на карте посмотрим? Ну-ка, покажи. Между Великой Индией и провинцией Тибета лежит земля, усеянная чудесными храмами. Их золотые шпили видны до самого горизонта. Слушай, я знаю, о чем он. Это в Непале. Да. Только это больше не земля храмов, это большой город. Да, это усложняет задачу. Погодите, тут еще. Из множества храмов лишь один скрывает тайный путь в Шамбалу. И путь этот откроется лишь пилигриму, что владеет золотым ключом. Здорово. Молодец, парень. Так чего же мы ждем? Уходим отсюда. Ладно. Пока. Пока. Надо идти. Ты подожди нас. Какая-то быстрая. Ты ачивки знаешь, где лежат? Все, я теперь помешался, если что, на ачивках. Салли, не торопись. А, вон. А, ну мы здесь были. Ну да, мы здесь были. Я пойду разведаю обстановку. Я тоже. Может, руку да? Да там бы посидел немного. Она же обстановку пошла разведывать. Ах ты черт. Пошли. Гарри, сюда. Не дайте ему уйти. Это Дрейк. Какого черта? Руки вверх. Сволочь. Можешь с ними расстаться. Заткнись, Али. Ну, конечно, это ты. Опять она, они нас, сука, развели просто как лохов. На кой черт тебе сдался этот старый хрен? Тихо, Нейт. А ты чертовски смел для человека, который 3 месяца гнил за решеткой. Это лучше, чем 3 месяца бегать кругами по джунглям. Но корабли-то я нашел. Сам бы ты даже собственный зад не нашел. Даже с картой. Они явились вот оттуда. Так он 3 месяца за решеткой гнил или 3 года? Ого. Гарри, посмотри-ка. Кстати, о картах. Между Индией и Тибетом храм таит в себе... Дорогу в Шамбалу! Слушай, Флинн, я не узнаю тебя. О, да брось ты, неудачник. Отведи их к Лазаревичу. Ты у меня пожалеешь, что вышел из тюрьмы. Идем. А может, он, сука, двойного типа агента играет? Давай, давай! Типа и на нас, и на них, на всех. И вашим, и нашим, и споем, и спляшем. Ну вот я про это и говорил. Ты цела? Царапина. Что ж, мне так скорее повеет. Попробую отвлечь их от вас. Хлоя, идем с нами. Нет. Встретимся в Непале. Бегите. Ой. Что пошли. Ты творишь со мной? Вот умница. Да уж, не поспоришь. Блин, ладно, опять без ачивки. Бежим. Воу-воу-воу. Я успел. Да, я успел. Ну, спасибо тебе. Ну, давай, не тяни время. Пошли. Давай, быстрее, Нэй, давай кверху. Ой. Гранату кинули, Салли. Тихо, тихо, тихо. Сюда. Тихо, старый, не упади. Черт. И что теперь делать? Прыгать. Погоди, каковбой. Совсем из ума выжил. Мы просто сломаем себе шею. Да, если не прыгнем, шею нам сломает Лазаревич. Я уже слишком стар для всего этого. Ай, да ладно, только не начинай опять. Слушай, ты у нас везунчик.
А старик вроде меня должен знать, когда остановиться. Салли, мы выберемся, ясно? Как всегда. Ты поедешь к своей красотке в Непал, а я туда, где тепло. Хватит. Ладно, расскажешь мне обо всем, когда вернешься. Вот они! Черт! Ну что? Вперед! После вас. Увидимся в аду. Яха! Побереги! Черт! Ну почему не пострелять по ним? О! Наконец-то из джунглей выехали. Непал! Он заручился помощью местных бандитов. Этот город уже давно на грани гражданской войны. Нужно было лишь чуть-чуть бензина в огонь. Мило. Да, в этом хаосе можно смело перевернуть город вверх дном в поисках храма. Никто не заметит. Нейт? Эй! Да, я слышу. Надеюсь, ты не думаешь отступить? Кто, я? Нет. Хорошо. Я уже мечтаю разделаться с этими клоунами. Карта есть? Да. Встретимся на старом рынке. Там вроде бы все тихо. Ладно, понял. Ядреть, твою мать. У меня гости. Ну, здорово. Оторваться можешь? Боюсь, что уже не получится. Как? Бывало и лучше. Черт. Странный УАЗик, если честно. Очень странный. Пятая глава. Война в городе. Ядрить твою мать. Получена награда какая-то, не знаю как. Да ты чё на это не стрелял? Экшон. Чёрт. Класс, 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 класс. Тихо, пошли. Перезарядка. Автомат пуст. Почти. Ну, хоть так. Так. Старый рынок. Наверное, это сюда. Найди его! Черт! Ну! Он где-то здесь. Газовый баллон. Не зевать! Огонь по колесам! Воу! Кого их? А чё надо-то? Я не понял, а мне-то чё делать? Так. Мне надо было туда, к ним прорваться. Скорее всего. Куда сюда? Ой-ой-ой-ой. Я лоханулся. Да. Пойдемте быстрее. Не хватило патронов. Я там побежал, надо было брать, естественно. Опа, шеи! Да ты! Что же ты?
Подождите, так я гранату просто кинуть могу, да и все. Они у меня есть? Нету. Да че ж ты не сел-то? Ох, 20 выстрелов в голову, приз получен. Теперь надо найти Хлою. Нейтан, что ты со мной делаешь, Нейтан, твоя мать? Блин, нам не зря, мне кажется, вот этот газовый баллон показали. Зря. Я думал, может, там дверь отлетит от гаража, там еще что-то. Ой, сюда забраться нельзя. Нет. Стилистика красивая, конечно. Так, ну автомат прям вообще огонь. Перезарядочка. Гранатка, ну наконец-то, твою мать. Так, и чё? Там был какой-то чувак, которого они хлопнули, который на автобусе сбил. Тихо. Ой. FN фал. А чё хорошего-то? Он быстро закончится, дурак. У меня столько же патронов в калаше. А где фал? Натан, ты куда его дел? Мою мать, напугался-то как? Ладно, этим путем мы не пойдем. Нейтан. Я не понял, а каким путем мы пойдем? Можно узнать? Может быть, сюда? Нет. Куда идти-то? Здесь все закрыто. Не, ну... А, вон, прыгать, походу, по дому придется. Ну, совершенно верно. Чё. Как я мог этого не заметить? Вон они, трубы висят. Да-да-да, я все это вижу. Только как это... сделать. Тихо. А, ну вон он валяется. Ну давайте я попробую, почему бы и нет. Может быть, он дамажит гораздо лучше. Калаши тут есть у всех. Так, ну и сюда он не лезет, это явно. На автобус он не залазит. Блин, ну какое-то неочевидное действие надо делать. Господи. Ну я вижу выступы. А, вот, лесенка. Ну, естественно, чё ж. Как же ж я мог не заметить? Натан? Нам туда. А, ты приподняться чутка хочешь? Наконец-то. Да куда ты залез-то? Подожди, а что ты здесь остался виснуть? Мы же здесь больше ничего сделать не можем.
Куда ты хочешь прыгнуть? Спрыгивай давай. Я думал, здесь действительно что-то есть. Припарковался. Да залезь ты уже туда просто. Не можешь, что ли? Я ему, короче, это, вверх нажимаю, а он все равно ничего не делает. Скорее всего, он не так быстро надо двигаться просто, и все. О-о-о. Отлично! Подожди. Тихо. Прочесать улицы. Тихо. Натан. Да куда ты? Да куда ты? Я ему вперед показываю, он так. Ясно. О, револьвер. Отлично. А что я выпил? Дефендер. Дефендер это говно. Мы это уже знаем. Оп. Нету никого. Хорошо. Ладно. Спокойно. Так, один, двое, трое. Вижу, там стоит опять этот фан. Воевать придется в любом случае. Я не забрал гранату, во-первых. Без варика вообще. Воевать придется. Народу много. Обходит меня. Нет, он залез. У меня нет гранат. Перезарядка. Вот это очень-очень плохо. Блин, здесь тактика нужна. Гранаты все перекидал, это очень плохо. Я чё за мать твою улица? Это чё за улица? Здесь, наверное, ачивку и надо поискать.
Давайте быстренько пробегу, посмотрю, если где-нибудь лежит. То да, если нет, то нет. Но, скорее всего, надо полазить за ней куда-то, побегать. Ладно. Это уже дело 30-е. Гранаты нужно беречь. Именно поэтому здесь только винтовок. Нет, сюда не пробросится граната. Сука. Короче, бросаем сюда. Сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Гранаты бережем. Бля! Не, нормально. Тихо. Бля! Это была моя единственная граната, сука! Как и с ним, как его побеждать, я не знаю вообще. Блин, я не хочу с ними здесь воевать. Это дичь. Их очень много. Короче, здесь тактика нужна. Как только я убираю вот этих и вот тех, мне сразу нужно убирать вот этого, перепрыгивать через стену и сидеть там, между шкафом, в углу. Этот автомат, он стреляет очередями. Во-во-во. Сейчас они туда подойдут еще больше. Блять. Доджит караул. Есть. Есть. Перепрыгиваю. Сядь! Блять, перекидывание. Почему он не умер-то? Есть.
Главное не лохануться. Главное не лохануться. Бритьё и стрижка. Недорого? Он еще шутит. Закончился автомат. Но музыка играет. У меня револьвер есть, если что. Сейчас я с них соберу всю. Весь этот лут. Надо туда посматривать. Что здесь еще? Нет, здесь кольт. Он нахер не нужен. Беспонтовый. Это еще хуже. О, нифига себе. Вот это прикольная тема. Оп. Вот это действительно прикольная тема, но я стрелять могу только... Ну-ка, это что? Это за место чего? Револьвер, получается, и ничего больше. То есть это... Да. УЗИ, короче. Да брось ты его. Подожди, может быть мы сейчас... Во! Давайте я все-таки калаши возьму. Автомат стреляет хорошо, дамажит хорошо, но есть нюанс. Он стреляет очередями, и мне достаточно неудобно... Мне достаточно неудобно, короче, этот... Перезарядкой вот этой заниматься. Что это такое? Ой, как хорошо. Оп. Блин, опять он. Ладно, окей. Вроде ничего не светится нигде. Там дробаш, но он мне как таковой не актуален. Меня бесит то, что у меня теперь нет револьвера. Где он? Вот он. УЗИ явно против таких... Блин, ты автомат выкинул, да? Серьезно? Ты выбросил автомат? Нет, он не выбросил автомат. Красавчик. Пойдемте, я со щитом пойду. Я про это и говорил. Огонь! Я вообще не знаю, как его оттуда выжить. Оу! Только лев проговорил, как медведь козе всадил. И снова я спасаю твою задницу. Вау. Но девочка. Того стоит. О, это у тебя тибетский ритуальный кинжал в кармане? Ну, может, я просто рад тебя видеть. Тихо. Так это и есть... Ключ ко всему. Так, ты же видела эту штуку уже. Марко Поло вошел с ним в Шамбалу. Что с ним делать? А, никаких... При ней же весь разговор был, что напорит? Знаю, что Лазаревич без него далеко бы не ушел. Нельзя недооценивать его. Он и Флинн прочесали весь город. Наверняка сравняли с землей десятки храмов. Так что делать будем? Нейт? Никогда так не делай. Посмотри. Видишь знак? Да. А вон там? Да, очень похоже. И что это значит? Значит, мы знаем, что Марко Поло делал потом. На нужном нам храме должен быть такой знак. Нам осталось просто найти его.
А ты понимаешь, что в этом городе больше сотни разных храмов? Да, но если мы посмотрим на город с высоты, то тогда найдем иголку в стоге сена. Да. Тут рядом есть гостиница. Хлоя, на это нет времени. Это самое высокое здание в этом городе. Да, да, но это отличная идея. Пойдем. Да. Да. Такой Натан. Подожди, она гранатомет бросит. Я хочу взять его с собой. О, еще автомат. Я же их подбирал уже. А, ну все, я максимум взял. Подожди, гранаты отреспаунились, значит, и здесь они, наверное, где-то валяются. Нет, это я не буду брать. Нет, к сожалению, здесь, блин, гранаты не отреспаунились. Хлоя, подожди меня. Я иду. Щит взять? Где щит, кстати? Стоп, а это что такое? Это то, что мне не нужно. А, ну все, не лезет автомат больше. Хлойные. Тихо, тихо. Заперто. Тихо. Жди здесь, я поищу обходной путь. Да, да куда ж ты его, ну? Во. Здесь забрал? Обходной путь, он говорит, поищу. Я не нашел Хлоя. Почему Хлоя? Какое-то извращенское имя Хлоя. Или Флоя. Угу. А как туда забраться? Да. Спайдермен стайл здесь надо включать. Блин. Да я иногда не понимаю в этой игре, где здесь можно залазить. Я понимаю, что вот отсюда, сюда-то как залезть. А, может быть, по решеткам? Во. К револьверу. Хлоя. Ну, может, ты подскажешь, хоть смотри куда-нибудь. Подсказывай мне, Хлоя. Оу. О! Подожди. А туда как залезть? А, может вот так? Нет? Блин, ну естественно. Как нет-то? Если да. Не-не-не, на другую сторону. Да куда, ну? Эй, я вижу гостиницу. Я знаю, мы почти на месте. Дай, ну, добраться бы в этой серии-то хоть. Если ты без тормозов пойдешь, то будет все хорошо. Отлично. Просто здорово. Ну! В смысле? Они где-то здесь. Стреляем в замок!
Подожди, мне некогда. Идем. Во, нифига, как он далеко. Перезарядочка. Ха. Револьверщик еще тот. Ой-ой-ой. Еще? Ой, там еще один стоит. Кого? Хлою можете убить. Меня нет. Я главный герой. Меня нет. Чё? Еще что ли идут? Какие-то бессмертные баба. Даже ничего нету, не положили. Газовый баллон? А зачем мне газовый баллон? Брось его! А где он? Он прячется. Надо выкурить его из укрытия. Я не вижу его. А, вот он ты. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот же гадство, тварь. Них. Эй, там. Тихо, Хлоя. Че такое не по? Подожди. Подожди. Дай сюда щит. Я со щитом лучше буду ходить. Я в разведку. Сиди там. Ой, тихо. Вот это нужно. Нет. Нет. Ну, вроде никого нет. Давайте я его здесь пока кину. Блин, а если они сейчас побегут? Лучше давайте, наверное, со щитом похожу. У меня патрошки две осталось для этого. К сожалению, блин. Для револьвера. Брось его. Тихо. Отлично. О, автомат в двери застрял. Обалдеть. Нет! Назад! Хлоя! Пошли! Я смотрю, обошлось без меня. Да. Не пригодился. Жопа, смотрите, как виляет. Подсади меня. Попробую добраться до лестницы. Блин. Давай. Где лесенка? Лесенка-то где? А. То бы сразу и сказал. Айда скорее. До гостиницы бы добраться уже потом. Штаны надо тебе постирать. Ну, грязные уже все. Держи. Вот видишь, как много от меня пользы? Да, 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 да. Да, ну, может, это вот, ну. Жаль, что щит не взяли. О, нифига себе. И чё? Прекрасно. Отличная работа. Мастер.
Ты идешь? Вочек. Нет, тут гранат. Где ачивки-то все? Куда идти-то? В окно? Хлоя? Тихо. Нет. Идем сюда. Давай. Ладно. Уже почти. Не хочу подходить к тому. Это было благородно. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Я так понимаю, там кто-то есть, да? Тут голуби есть. Голуби нам не нужны. Так, 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 так. Крайние меры. Шестая глава. Похоже, дела у повстанцев совсем плохи. Ты помочь хочешь? Я не хочу помогать повстанцам. Нам бы кто помог. Натан. Оу. Будет месиво на открытом пространстве. Их слишком много. Да? Я где думаю, револьвер, Натан? Подобраться с другой стороны. Лучше обойти этих ребят. Извини, ты что, собираешься взорвать эту гранату? Так точно. Думаю, зайти с той стороны и дать им прикурить. А с ним что прикажешь делать? Это твоя забота, милый. Разберись с этим парнем. Только без шума. Без шума? Да. И пыли. Может, не стоит? Поиграем в войну? Ты что, рехнулась? Ну, давай. Посмотрел время сколько. У нас 8 минут захватить все это дело. Сейчас, короче, он еще раз подойдет сюда. А потом... Блин, я тут перепрыгнуть хотел. Все, я перепрыгаю. Лежи, сука. Сюда иди. Сюда иди, я сказал. Грандоменчик минус. Во-го-го. Ой, Хлоя что творит? Ой. Прости. Хлоя. Дорогая. О. Так. Вау! Блин, там сбоку чувак был, черт! Все ясно. Тихо ты, Натан, ёпты. Тихо, тихо, тихо. Насколько они слепы? Раз получишь. Получилось.
Твою мать. Мне дали гранатомет, сука, мать твою. Где бы их побольше-то взять? Ну, мы почти смогли. Сейчас этого забираю. Иди сюда. Отлично. Давай. Давай, бомби. Бомби их, крошка, бомби. Натан! Мне нужны автоматы. Есть. В прошлый раз откуда-то отсюда забежал. Со спины, сука. Так, один готов. Еще один минус. Еще один. Ну я же попал в головешку те. Твою мать. Он так брутально выходит просто вообще. Окей. Сука, вон он идет, да? Нет. Кто стреляет? Бля! Ну на! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Перезарядочка. Как ты себя чувствуешь? Неязвимый там. Сядь! О-о-о! Там еще идут. Получай! Есть. Еще бежит, сука. Бежит. Хлоя, давай. Прикрывай меня, милая. Я не понял, они бесконечно будут идти, Хлоя? Пиздец. Хуя, двигаемся вперед, милая. Ну ничего себе. Я реально не понимаю, сколько их еще выйдет оттуда. Да тихо ты, блядь! Кто? Нет, я думаю, они все равно не бесконечные же. Тихо-тихо-тихо. Или бесконечные все-таки. Хлоя, отстаивай свою позицию, правильно, детка. Нет, теперь я начинаю понимать, что это бесконечный респ. Блять, они выбегают оттуда и все, ты смотри. Чё.
нахуй. Подходим.